Как всегда, все прорвалось, там памяти не хватает. Ну вот. Еще добавила муки. Теперь наливаем растительное масло. И замешиваем. Ну вот, тесто заметили. Вот такое тесто получилось. Переменное. Потребовалось для этого 2 яйца. 250 грамм воды. И полкило муки. Щепотка соли. Соли я не стала много ложить, потому что у меня квашеная капуста тушеная. Вот. Такое тесто у нас. Его нужно немножко посыпать мукой, закрыть и поставить в холодильник на полчаса. Продолжение следует.